Разрушительные штормы и торнадо обрушились на 7 американских штатов. В результате от стихии скончались 23 человека. Непогода оставила без электричества почти 300 тысяч жителей. Основные разрушения пришлись на штаты Техас, Арканзас, Оклахома и Кентукки. Ветер достигал скорости 217 километров в час. Метеорологическая служба предупредила о новых штормах в Огайо и Теннесси. Ожидаются мощные ливни, разрушительные ветры, крупный град и торнадо.